проповеди, послания читания Махапрабху. И вы, собираясь вместе, вдохновляете нас приезжать снова и снова. И ради всего этого Гурудев и Гуру Варга, они благословят вас. Я сам прошу подаяния, поэтому я ничего не могу дать за него. Даже Гурудев и его объект поклонения, Верховный Господь, они могут все. В конце я хочу сказать две вещи. В конце вот этой программы. Этого года. Я надеюсь приехать еще. Я думаю, в следующий раз получите приехать побольше. Наш Парам Гуру Махарадж, его божественная милость, Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Он говорил, что если вы чувствуете беспокойство в своем сердце, вы воспеваете тогда Хари Кришна Махамантру громко. Иногда. У нас в этом мире мы испытываем много проблем. И мы не находим выхода из этого. Потому что этот мир просто исполнен страданий. Вы закройте двери. Сиддханта Сарасвати Тхакур. Он говорил нам, если вы видите, что никто не совершает баджан в этом мире, не волнуйтесь об этом. Вы совершаете свое поклонение. Например, вы видите, что ни один из Прабхуджи не совершает своего поклонения. Ни одна из Мададжи не совершает своего поклонения. Даже ни один из Махараджи не совершает свой баджан. Главное, это вы сами продолжайте свой баджан. Не оставляйте свой харибаджан ни при каких обстоятельствах. У нас существуют вечные взаимоотношения с Шри Кришной. По милости Бхактивинода Такура, он это так сформировал, что проповедь Харинама будет каждым
годом расширяться все больше и больше. Again, thanks and Спасибо, Хари Кришна. Hare